Твоей благодатью. Господи, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши с вами семей друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Если сказать такое очень хорошее, победное, поскольку 9 мая День Победы, и эту победу ковали наши отцы. Армянский народ бок о бок с русским народом и советским народом шли войну. И многие-многие армяне погибли на этой священной земле. Православный народ армянский, христианский народ, 30 тысяч армян воевали в Сталинградской земле. И 10 тысяч армян здесь погибли. И это естественно, что мы, как христиане, православные, армянская апостольская церковь присоединяется к тому акцию, которую совершает русская православная церковь, то есть крестный ход. Это прекрасный повод еще раз утверждать наше единство во Христе.
в нашу любовь, что мы бок о бок можем крестным ходом победоносным ходить, молиться, восхвалять Спасителя и дать пример всему, что две церкви, сестринская церковь вместе. Вместе были и во время войны, вместе будут, и есть и будут в будущем. И я очень рад, что нам предоставлялась такая возможность в Волгоградской епархии Русской Православной Церкви на этой священной Волгоградской земле отсюда, от берегов Волги, с моим приходом, с прихожанами, крестным ходом идти до Мамаева кургана. Это День Победы, победы над злом, победы над фашизмом. Крест победила, наша вера победила. И мы тогда во время войны сражались за веру, за Христа и за Родину. И сейчас мы утверждаем нашу верность, нашу любовь и веру нашему Спасителю и нашей Вселенской Церкви, Церкви Христовой. Мои пожелания, во-первых, чувство благодарности. То, что они делали. Они дали нам эту победу. Они сражались за свободу, за мир, за победу. И вот я бы хотел, чтобы Господь Бог им дал мира, благодати, долгие много лет жизни, чтобы мы, как живущее поколение, нашими деяниями, нашими поступками радовали их, чтобы они, видя нас, понимали, что не зря шли в войну, что сегодняшнее поколение живет тем ценностями, которые бы они хотели видеть. А эти ценности, они не приходящие, они вечные. И мы пожелаем наших ветеранов долгие лет жизни. Храни Господь Бог им и нас всех. Христос воскрес! Воистину воскрес! Приветствуем вас, дорогой владыка. Спаси Господи. Христос воскрес. Воистину воскрес. Нет, нужно просто Здесь все темно. Благослови высокопреосвященнейший владыко.
благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти всех побрав, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти всех побрав, Иисущего в гробе живот даровал. Смерть из неба брав, Иисущий во гробе живот Иисус, 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 Иис
Я считаю, что этот крестный ход крайне важен для нашего города, потому что не зря говорят, что Волгоград – город могилы, а на кладбищах должна совершаться молитва об упокоении тех людей, которые здесь лежат. А поскольку здесь лежат героические воины, которые своей кровью отстояли нашу страну, дали возможность нам здесь жить, то это молитва памяти, молитва благодарности, вот, которая позволяет ныне здравствующим и живущим людям жить, вот, и чувствуя себя достойными звания человека, продолжать подвиг тех людей, которые отдали свою жизнь. Вот. И я считаю, что, конечно, с одной стороны, хорошо, что собрались люди, но хотелось бы, чтобы этих людей было в разы больше, чтобы люди были верующие не номинально, а действительно по духу, и собирались вместе со своей церковью на молитву, вот, и тогда бы мы действительно были возродившимся народом. Ну, я считаю, что для нашего города это важный момент, потому что в нашем многонациональном городе очень много армян, и с армянской церковью мы всегда были в теплых отношениях, вот, мы всегда вынуждены общаться с армянскими прихожанами. И отец Малахия очень такой хороший человек. Я надеюсь, что это не будет камнем преткновения для православных людей. Они поймут, что вот это вот общение любви, оно необходимо. Вот такие молитвенные общения. Естественно, не евхаристическое, но вот такое молитвенное. Это чудотворная урюпинская икона Божией Матери, которая, наверное, является хранительницей всей нашей области. И в 90-е годы пришествие этой иконы собирало тысячи верующих людей на крестные хода, потому что для наших людей это не просто образ, это чудотворный образ. И многие волгоградцы и жители Волгоградской области, обращаясь с молитвой к этой иконе, получали от нее исцеление, получали от нее утешение. Для нас это икона-мать.
Вот, и ее присутствие на этом событии очень знаменательно и очень важно для каждого волгоградца. Я надеюсь, что вот эти люди, которые промыслом Божьим были поставлены просто наблюдать, увидят, что верующие люди не просто существуют, что вера для этих людей является жизненной движущей силой. И если даже один из этих людей после этого зайдет в храм помолиться, а может быть и причаститься, то это будет действительно настоящим чудом.
Есть и будет. Есть и будет. Thank you.
Петровича. Сегодня большинство духовенства нашей партии Волгограда собралось здесь вместе с вами. Мы сейчас поменем православных вождей и воинов на поле брани за веру и отечество, жизнь своя положившую. Попросим Божьей милости к нам за молитвы наших Отец и Праотец. Аминь. Кадило дайте. В пленении и горьких работах невинно
умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, усопших рабов Божиих, и еже проститеся им всякому прегрешению, вольному и невольному. Же праведни упокояются. Милости Божия Царство Небесного и оставление грехов их во Христа Бессмертного Царя и Бога нашего Руси. Господу помолимся. Боже духовный, всякие плоти, смерть по праве дьяволу празднивы и жизнь миру Твоему даровавы, сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих, преснопамятных вождей и воинов православных, за веру и Отечество, на поле праве жизнь свою, здесь положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и в горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, и уеже проститеся им всякому прегрешению, вольному и невольному, вместе с ветвью, вместе с бачней, вместе с покойницей. Неужели отбежит болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, словом или делом и помышлением, яко благей и человека любит Бог, прости. Есть человек, жив будет и не согрешит. Правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших рабов Твоих, вождей и воинов, за веру и Отечество, на месте сем и по всей России, жизни своя положившихся, Христе Боже наш, и Тебе славу рассылаем со безначальным Твоим Отцем и всесвятыми владениями животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Все Божие, жена мира носит.
и своим апостолам предавая, Боже, подаяй воскресенье. Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всех важных апостолов и всех святых души от нас, приставшихся рабов своих, вождей и воинов, за веру и Отечество, на поле брани жизни своя положивших и отрад и глада скончавшихся тренений и горьких работах, невинно умученных и убиенных, и всех победы ради над врагом потрудившихся, и уеже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи,
Чтобы мы на этом воистину святом месте собрались и помолились о убиенных на поле брани наших отцов, братьев и сестер, за веру и Отечество, жизнь своя положивших. Конечно же, в духовном мире все связано, и мы, молясь о них, молимся также и о нашей дорогой Родине, молимся также о всех труждающихся и обремененных. Пусть Господь, слыша эту нашу молитву, строит все в нашей жизни по своей благой, всесовершенной воле. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе, из мертвых смертью смерть пора, и сущим огнем живого народа. Христос воскресе, из мертвых смертью смерть пора, и сущим огнем живого народа. Христос воскресе, из мертвых смертью смерть пора, и сущим огнем. Thank you.
Благословите. Повредит. Чтобы благословился, отходите, пожалуйста. Пойдем. Потрогал тебя за нос. Поздравляю вас, дорогие горожане, с Днем Победы, желаю вам от Господа мира, доброго здравия и радости. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И вот будучи, который хорошо будет. Не переживай. С шефом. Где Никак сыну участника Сталинградской битвы, папа был ранен под Прутбоем в 1942 году, самые ужасные битвы за город Волгоград, это город Сталинград. Вот наполняется чувством гордости и радости, что мы победили. И мы являемся детьми героев Великой Отечественной войны. И поверьте мне, отвечал командирских островов, после Сахалина, Курил, уже шли поздравительности СМСки о том, что День Победы наступил, и вся Русь склоняет головы перед погибшими, которыми мы можем сейчас видеть солнце, учиться, расти, жениться, выходить замуж, иметь детей, да уже и внуков. И для нас самая большая честь, что молебен, панихида на Мамаевом кургане проводит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Также наш храм всегда посещает герой России, губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров, а также мэр города Косолапов Андрей Владимирович. Вот эти связь, вот эта пролитая кровь, слезы и детей, и стариков, и женщин дали плоды, чтобы по всей нашей России идет и бессмертный полк. И я считаю, как вы назвали бессмертный полк, потому что души их всегда с нами. 9 мая надо передавать генетически своим внукам, правнукам, чтобы под звон колоколов к церкви могли прийти люди, поклониться тем страшным дням, тем страшным боям, тем потерям, которые понес наш народ. Спасибо.
сегодня для всей России, для всех нас, для всего нашего народа русского. И для казаков тоже большая радость. Сегодня День Победы. И мы, славные потомки, так сказать, наших отцов и дедов, пытаемся хоть как-то соответствовать тому уровню, который наши отцы и деды достигли. То есть они добыли нашу победу, а мы хотя бы малую толику пытаемся вложить. Мы прошли вот этим крестным ходом, продемонстрировали свою солидарность с отцами и дедами, со всем нашим героическим народом, который, так сказать, трудился и возрождал Россию после войны, который сложил огромнейшее количество людских потерь за прошедшую войну. Поэтому мы любим, ценим и помним тот героический подвиг, который совершил наш народ, и в том числе наши братья-казаки. Пошли, куда вы пошли? Там, впереди. Шествие, крестный ход, то, что он бессмертный полк, это то, что оставляет нас в наших сердцах память, то, что воодушевляет нас на подвиги, быть достойными наших дедов, быть достойными наших победителей, потому что победа, она воодушевляет, должна наполнять сердца надеждами, наполнять сердца работой. И День Победы — это не только день памяти, это, наверное, тот день, когда мы понимаем, что мы должны быть достойны своих победителей и сделать процветающей, могучей нашу страну. Сердца живы, этот вечный огонь.